Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Снайперы! Снайперы в Майнкрафте!» И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за лайки, только благодаря вам выходит серия снайперов! Ребята, мы на предыдущей серии собрали охренеть, как много лайков, и вы долго просили новую серию снайперов, поэтому, ребята, если мы опять сможем забрать больше, чем 20 тысяч лайков, то я вам обещаю то, что новая серия выйдет еще быстрее. Поэтому докажите, что вы хотите ее увидеть. А мы с Жендосом побежали, да, Жендос? Давай. Ну я, в принципе, я готов тебе отомстить. Готов? Ну давай, отомсти. Ребят, я напомню то, что эту серию я выпускаю только ради вас. Поэтому докажите, что вы еще одну хотите, про лайки. Не забудьте. А, Жендос, давай. Да, кстати, вот у меня 15 тысяч лайков не набрали, поэтому у меня не выходит видос. Да, так что поэтому вы набираете, как бы там, у Эдисона. И, возможно, мы снимем еще и на... Как видите, да, ребята. Лайки решают многое, поэтому не стесняйтесь, ставьте ажек. Мне интересно, вот сможешь ли ты мне отомстить в этой серии, а? Сможешь? Я не знаю. Ну, я вот даже не знаю, реально. Мне кажется, тебе невозможно отомстить, потому что ты какой-то задрот в этих снайперах. Конечно, да. А у тебя как там вообще? Нормальная такая атмосферка у тебя там? Подсказки мне давай. У меня просто великолепная атмосфера, честно говоря. Великолепная атмосфера, да? Да. Ну давай тоже на месте не будем сидеть, как не знаю. Я вообще не сижу на месте вообще. А, ну да, ну конечно. Я уже вообще в другой части карты по сравнению с тем, где я был. Да я просто случайно выстрелил, Эдисон, ты не переживай. А, это случайно было, да? Да, это было просто случайно. Не, на самом деле, честно тебе признаюсь, я как бы стрелял по тебе. Я не знаю, почему я такой косой, но... Да. Мне просто интересно, где ты спрятался, потому что я... Я первый раз тебя, понимаешь, нашел в снайперах, я думал такой, да, ес! Но не попал, это печально. Давай тоже на месте не будем сидеть, я уже пробежал. Я тебе говорю, я не сижу вообще на месте, я вообще, был изначально, да? Вообще в другом месте. Пошпе, да. У меня есть, конечно, подозрения, такие небольшие подозрения, где ты можешь быть, но... Ну и какие же это подозрения, ну-ка. А, да, я тебе буду свои секреты рассказывать, ничего я тебе не буду рассказывать. Секреты? Секреты. Есть какие-то секреты от меня, да? Понятно. Есть, но я тебе их не скажу. Вот все, да, я промолчу, ничего не скажу. Но, короче, смотри, давай делаем так. Я уже пробежался очень много. А-а-а! В смысле? Паскуда! Ты такая крыса, что это с ума сойти. Смотри, он что-то стоит, рассказывает, что-то там. А, то есть ты надо мной был и там просто... Ага, не, подожди, у меня такой вопрос. То есть ты ни хрена не пробежал, ты там сидел 5 минут, да, и просто куковал. В смысле? Я был изначально на кране, потом я пробежал по кирпичному дому, там, где вертолет стоит, потом пробежал через всю карту и добежал до тебя. Ну да. Конечно. Да. Я тебе никогда доказать-то не смогу, потому что я не записываю видео, но это действительно так, я тебе на полном серьезе говорю. Ага, ну хорошо, давай, следующий раунд, давай. Давай. Ну все же, ты мне отомстил, один раунд отомстил, но я... Мне кажется, это только один раунд. Я тебя сейчас порешаю. Это просто чисто случайно, знаешь, так Эдисон. Хорошо. Я тебя сейчас порешаю, Евгений. Я не сомневаюсь, можешь мне не угрожать, пожалуйста. Нечто так страшнее становится. Я знаю, что порешаю, сдаюсь, все. Порешаю тебя. Ну ты, в принципе, можешь давать мне подсказочки. Где ты, что ты? Мне так будет намного интереснее играть. Я где-то на карте ищу тебя. Где-то на карте, да? Убей меня. Да, я где-то на карте. Где-то он на карте. А где у меня такой вопрос? А вот это уже как бы секретная информация. У тебя тоже от меня секреты, у меня тоже от тебя секреты. О, то есть у тебя тоже есть секреты. Ребят, ну вы слышали на самом деле, у него тоже есть секреты. Ты первый начал, поэтому все, теперь у меня тоже будет секрет. А, то есть у тебя тоже есть секрет. Нет, никаких секретов не было. Ты, конечно, очень крутой. Попал по тебе, сказал, вот сейчас стрелял по тебе, сказал, что стрелял по тебе. Попал! Твою мать! В смысле? Это я увидел, короче, вдали какого-то чувака, это оказался НПС со спавна. Ну да, сбазывайся. Я тебе честно говорю. Конечно. Уже, небось, меня спалил раз 10, да, и сейчас горит. Ну да, Евгений. Спалил. А где ты? Да! Ну ты крысюк, конечно, крысюк. Офигеть, ура! Я убил Эдисона со снайперки первый раз за 200. Жопа тебе, жопа! Давай, жопа. Слушай сюда! Готовься к смерти! Давай!
Ну да, ну что? Ты меня как-то давай. Вы смотрите, как он. Ну я ему, конечно, фору небольшую дал. 2 кило. 2 кило форы. Но сейчас все будет. Я тоже. Покемон только чуть прикинь. Ага, да вот! Ага! Ты еще, наверное, и невидимость забывал выключить. Вот почему я тебя никогда не видел. Конечно. Я, в принципе, на самом деле, все с тобой понятно. Ты читерюга. Читер. Да, вообще. Читер просто, настоящий читер! Поганый читер. Поганый просто, поганец. Поганец, я так могу сказать. Так, да, в общем, поганец. Поганец. Ты, конечно, еще тот поганец. Ужасный, да. Плохой человек, ужасный. Да. У меня такой же вопрос тебе, на самом деле. Твою-то мать! Я кто-то меня запалил! Вот я... Твою мать! Я тебе говорю, тебя так легко спалил, когда ты начинаешь молчать, все, значит, мне хана. А, когда я начинаю мол... Да, хорошо. Хорошо, я понял. Какой счет, Евгений, напомните, какой счет у нас? Да 2-1. 2-1 у нас счет, хорошо. Это на самом деле очень плохо, то, что 2-1. Надо его как-то сравнять, чтобы было хотя бы 2-2. Согласен, Жека, со мной? Ну ты, в принципе, уже меня убил, это уже хорошо. Если бы сейчас было 3-0, это было вообще бы ужас. Как-то, в принципе, неплохо. Ну, никто не отменяет то, что ты еще можешь меня сейчас один раз убить, поэтому... Все нормально, на самом деле, все нормально. У тебя есть шансы. Так, у меня есть, понятно. А у меня... Они есть всегда. У меня шансов поменьше будет, чем у тебя. Ну, в смысле маленькие шансы? Почему маленькие шансы? Как бы меня два раза подряд убил, почему маленькие? Это просто чисто случай. А, это падла! Как ты здесь... Да! Я просто бежал! Я даже не к тебе бежал! Я просто бежал! Я тебя видел, то что ты бежишь, там бежишь, я такой уже сижу в засаде, когда он прибежит ко мне! Я даже не видел, что ты там сидишь, я просто перебегал! Нормально! Мне понравилось! Ты... Засада! Блин, жестокая засада! 2-2. Это что-то, мне кажется, нечестно как-то. Да почему нечестно? Все это нечестно, как-то. Мне кажется, я единственное подрудил читы. Читы. Да. Волхаки, Аими, многое другое, да. Ты меня раскусил! Я тебе признаю! Да? Я так и знал. У меня читы. Всегда были читы. Я всегда читами играл. Надо будет посмотреть твое видео. Да, возможно. Так. Вы если что, пишите, если у меня читы, потому что я как бы могу не заметить. А, то есть можешь не заметить. В смысле не заметить? Ты потом на видосе как бы заметишь. Если у меня читы или нет у меня читов. А ты как какие-то скрытые читы используешь, скрытые читы, которые не показывают. Да, которые на видео еще не показывают. Ну я так и знал, есть такие, мне вроде не рассказывали. Да, есть, вроде. Я тоже где-то слышал, были такие, да. Были слухи, ходили слухи, да. Так! Эти читы точно использует Эдисон. Да, возможно. Невидимые читы, которые работают, но никто их не замечает, да? Да. Да, я знаю, да, есть такие. Но, смотри, были бы такие читы, я бы знал, где ты сейчас находишься, но я не знаю. А ты просто не палишься. А, ну да. Ну смотри, по твоей логике я сейчас не замолкаю, поэтому я не знаю, где ты находишься. Раскусил я тебя. А не, вот ну ты так, как раз таки замолчал. Так-то, конечно, если ты об этом думаешь, ты меня не видишь. Да, я тебя не вижу. Вот, точнее, ты говоришь. Да, а я если ты будешь... Я тебя не вижу. Запутался, я понимаю. Запутался, Евгений. Да. А вот... так, Жендос. Ну так, дела не делаются. Да! Где ты, Дэн, охрен был? Такой хедшот! Подожди. Ты себе даже не представляешь, да. Я прям такую головку твою, опа, и подстрелил. Ну ладно, хорошо. Эдисон, слушай. Я слушаю. У меня есть идея. Это финальный раунд. Показываю мастер-класс. Называется тактика пьяный мастер. Пьяный мастер? Это как? Пьяный мастер. Это как? А это вот сейчас увидишь. Вот типа я сейчас бегу по песчанику, понимаешь, по песчанику. Сейчас забираюсь в домике, напротив крана пробегаю. Бежу, иди сюда! Пьяный мастер! А ты что, знал, где я? Нет. Я тебе клянусь, вообще не знал, просто бежал. Ну да, ну хорошо. Вот кто читы подрубил, вот кто знал, где я нахожусь. Это называется пьяный мастер. Просто нужно бежать и не останавливаться. Ну да. Ну хорошо.
Короче, я предлагаю, это у нас уже был финальный раунд, и у нас счет 3-3, да? Или 3-3? Да, это у нас ничья. 3-3 у нас счет, у нас ничья. Поэтому я не знаю, на самом деле, кто выиграл, кто не выиграл. Поэтому, Евгений, мы, наверное, там закончим, да? Закончим. Да, мы, наверное, закончим. Мы закончим, ребята. В следующей серии все решится. Поэтому, ребята, все зависит только от вас. Если вы хотите увидеть финал, просто гиперфинал, то ставьте огромный палец вверх. Наберем больше, чем 20 тысяч лайков, и сразу же выйдет новая серия и у меня, и у Женьдоса, да. Не забывайте ставить лайки мне и ему. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Ну, дебил, дебил.